На площадке Дворца спорта «Виктория» пройдет 32-й чемпионат Беларуси по волейболу, на котором сойдутся гости из разных городов Беларуси и команды нашего города. Волейбольный клуб «Брест» к своему непосредственному участию в чемпионате подходит с особой ответственностью. Сам чемпионат у нас стартует 19 октября. Это Западный Буг будет играть с Марка ВГТУ Витебской командой дома. Всегда приятно и удобно играть в своих стенах при полных трибунах. Также Максим Кожанов подчеркнул, что у данного мероприятия будет своя изюминка, которая отличит этот чемпионат Беларуси от всех предыдущих. Мы будем стремиться какую-то изюминку внести в данное мероприятие, поэтому где-то тот же самый оркестр, какие-то будут выступления детских коллективов, какое-то разнообразие, естественно, будет присутствовать в данных мероприятиях. Впереди участников соревнований ждет напряженная борьба, которой все команды готовятся с особой ответственностью. Брест имеет всю базу для подготовительной ФП и СФП, на специальной подготовке. И мы начинаем каким образом? Июль – это территория СОИ, это кросс, спасательная станция там же, это футбольное поле, именно песочное для легкой атлетики, набивные мячи, само собой, и сопутствующие еще в тренажерном зале подготовка силовая. Потом чуть позже начинаем грибной канал, это пляжные площадки. Там это уже более такая специальная физическая подготовка, профилактика травм, как показывает практика последних лет. Таким же образом, не просто комплектуясь, уже к февралю месяцу мы показываем достаточно такой устойчивый результат и такой тяжелый коллектив для соперников. Первый этап подготовки по физподготовке функциональной мы проводили на песке. Это площадки грибного канала, где хорошие условия созданы. Второй этап мы проводили тоже в зале по тактико-технической подготовке. Вот у нас две игры получилось договориться. Матчевая встреча «Жемчужина» приехала к нам, где можно было посмотреть, к чему мы готовы, и на соперника заодно. Вот. И все, начали готовиться уже к кубку. Команды много раз становились призерами чемпионата страны. И в этот раз подготовка к новому сезону проходит очень плотно. Участники команд выступят в новой форме, презентация которой состоялась в рамках проведенной пресс-конференции. Формы, как видите, мы выбирали максимально большого размера в связи с тем, чтобы все спонсоры были четко видны на нашей форме. Изменяется только дизайн. Мы идем в ногу со временем, так скажем. Вот. И, скорее всего, в плюс-белой форме будем играть на домашних турах, а уже в темной форме будем играть на выездных турах. Посмотреть игры чемпионата и поболеть за свою любимую команду можно с 19 октября на площадке Дворца спорта «Виктория». Борьба обещает быть захватывающей и очень интересной.